Привет всем зрителям телеканала МТК Видео. Вы не забывайте радовать нас своими видео, а мы, в свою очередь, не перестаем выбирать лучшие и показывать их вам. Поехали! Если вы считали себя лучшим рыбаком в мире, то вы точно не видели, как ловит рыбу медведь. Косолапый успешно рыбачит, сидя прямо в реке. Проезжая по Магаданской трассе, наш мобильный репортер успел запечатлеть, как по дороге разгуливал медведь. При виде машины зверь испугался и убежал в лес. Хотя, может, он ловил попутку, чтобы довести свой улов до дома. Кита, в отличие от медведя, можно увидеть далеко не каждый день. А наш мобильный репортер смог даже потрогать его и снял это на видео. Где было сделано видео, не ясно. Зато отчетливо видно, как нравится млекопитающему общение с мореплавателями. Освободите Вилли. Такое название можно дать видеоролику, который прислали нам в рубрику. На этой съемке видно, как группа рыбаков спасает касатку, попавшую в невод. Пришлось приложить немало усилий, чтобы черно-белая хищница оказалась на свободе. В знак благодарности один из рыбаков попросил это умное млекопитающее загнать им рыбу в невод. Опа! Пошла! Давай, 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 давай! Опа! Есть! Этим акулам повезло меньше, чем касатке. Сразу две лососевые акулы попали в сеть рыбаков. Где это произошло, осталось загадкой. Но чтобы успокоить телезрителей, скажем, что случаев нападения этого вида акул на человека не зафиксировано. Сразу нам сказочно повезло. Возле нее страшно ходить, ногу откусит, просто монстр, она еще живая. Вот еще один не слишком удачливый хищник. Ловили небольшую рыбу, а поймали крупную щуку. Когда рыбаки тащили свою добычу, хищница вцепилась в нее и даже не заметила, что сама оказалась пойманной. Магаданцев интересует не только рыбалка. Среди них и экстремалы попадаются. Покорили гору Арамань и сняли свое восхождение на камеру. Захватывающий дух видео нам прислал наш постоянный мобильный репортер. Длина маршрута составила около 15 километров. Перед тем, как начать подъем, пришлось преодолевать болото. Высота горы Арамань порядка 1200 метров. По словам нашего мобильного репортера, оттуда открываются фантастические виды. В этот раз картину немного испортил туман. Ой, а там какой вид, вообще тумана нету. Посмотрите. Клёво как. Ух ты. Так, море у нас там. А вон там завьяло виднеется. Не купаются в фонтанах, а идут на вершину. Магаданские десантники начали новую традицию. В день ВДВ они поднялись на гору Комендант и водрузили там флаг. Видео прислали нам. Тем же отделением в составе трех человек поднялись на гору Комендант и водрузили флаг воздушно-десантных войск в честь праздника 2 августа. Ура! Ура! За ВДВ! За ВДВ! На этом все. Не забывайте прислать свои интересные и забавные ролики на номер 8-914-856-86-87. До встречи в следующих выпусках рубрики «Мобильный репортер».
Пока.